Озуна? Кстати, вы в курсе? Есть такой чел Озон. Ну, я думаю, многие, кто меня смотрит давно, знают, кто такой Озон. Вы вообще видели, что с ним произошло? Озон 671 Games. Вы видели, что с ним произошло? Ага, минуточку. Я вам сейчас, блядь, покажу. Озон 671 Games. Он стримит. Да вы охуеете, ребят. Там... Короче, вы посмотрите на этого человека. Его не узнать. Ну это донатер предложил. Во-первых, похудел. Во-вторых, бросил пить. Он не пьет так, уже... Так сразу. Он начал книжки читать. Он слушает аудиокнижки. Видите, он даже на новую аудиокнижку собирает деньги. Вот. Он перестал пить. Перестал вообще, короче, материться. Ого. Сидит, слушает какую-то непонятную мелодию. Видите? Он стал адекватным, короче говоря. Теперь он на стриме занимается спортом. Вот здесь... Он, короче, приседает, отжимается, вот, прыгает на скакалке, чтобы вы понимали, реально. И это он уже, наверное, месяц делает, соответственно. И вообще не пьет. Пьет-то. Не знаю, что с ним случилось. Куда, блядь, ушел-то, ебанец? Ай, ну у меня 190... Это, если что, квас. Это очаковский квас. 7 вес был. Все, зачем я вам рассказал это? Больше, чем у Савельева. 180 рост, 97 килограмм у меня был, да. 197 вес. Я просто всегда скрывал это, да. Я хотел, чтобы... Блин, меня от класса так штырит, что ли? Озон, держи еще поддержку на новую аудиокнигу. При том, что она будет, кстати. Аудиокниги. Ну как соберем, она на выходных сразу прям будет. Мне прям теперь даже неловко как-то, вы знаете, вот он даже материться перестал. И я. И теперь я на его фоне выгляжу как какой-то лох, вонючий. То есть раньше я заходил к Озону и такой, типа, боже мой, это же как так человек потерялся в жизни. Хорошо, что я не такой. Теперь захожу к нему и думаю, блин. Что-то я на его фоне-то лошок. Теперь. Реально. Как минимум просто потому, что я матерюсь больше, чем он. С каких это пор вообще? Сейчас выходные, тем более. Держи еще поддержку на новую аудиокнигу. Респект. Площадку, поддержку. Тайминги. Помогите, пожалуйста, девочки. А вот это секрет, это ужасы. Вот если кто слушал... Кто вообще хоть немножко послушал аудиокнигу, не всю хотя бы, ну хотя бы просто послушал. Плюс чат поставьте. Кто вообще не слушал вот эту последнюю аудиокнигу, минус. Зато вы честно скажете. И вам за это респект. Ля маэстро, блин, сидит. Вот, напишите. Все, я зашел на его стрим, я теперь тоже материться не хочу. Вот его предыдущий стрим. Смотрите. Сидит, донат пьет. Такая. Вот. Да. То есть, ну, вообще, реально. Вот ты отдыхаешь. Вот тоже стрим. Где он там спортом занимается-то, блядь? Это люди, кто... Я теперь хуже Озона, видите, сижу рыгаю на стриме. Сижу тут это ерундой занимаюсь. Где он там спортом? А вот спорт... О, ля, сука! Ля, что делает? Меня с этой подборки откатило куда-то в 2010-х. Озон молодец. Мужик, красава. Вот так вот, ребят, вот он мотивация. Если Озон смог, то и вы сможете. Так что... Вы чё, хуже Озона? Не, ну со скакалкой это по-другому, но... Каким он был раньше? Ща покажу, каким он был раньше. Бояры. Давайте я вам покажу, как он был. Моя бабуля говорит, что ты матершинник и смеется. Ну да, я. Ну вот, например, он вот каким был. Лучше не нюхать, блядь. Ух. Вот здесь и вот здесь. Бля, первый раз пью боярин, но, блядь, хуй знаешь, что это такое на самом деле. Да, такое ощущение, что знал, как ты. Ну не могу обещать. А подожди.
Тут на самом деле даже, ну, не нужно обращать внимание на внешность, сколько на то, что он делал раньше на стриме, и что он, например, сейчас. О! Блять. О! Вот это да, бля. Да, это, если что, был оригинальный звук, когда он пил. Бояра меня расхуярил, блядь. Не пейте, бояра. Хуйня, блядь. О, господи, блядь. Короче, ну, вы поняли. Ну и сейчас, соответственно, да? Туюта. Сидит, квас пьет. Квасок. Квасок. Алик, здорово. Привет. Вот. Такие вот дела, соответственно. О, господи, вот так. Я не совершаю ничего плохого. Даже Озон стал лучше тебя. Куда ты скатываешься, парашник? Надежда, ты здесь? Давай, иди сюда. Но есть один вопрос. Какая-то хуйня. Кто-то палил мой адрес. Что там привезли? Вообще, я не ебу. Какие-то цветы. Причем открытка. Береги себя.